Ивановские юноармейцы сыграли в тег-регби, причем впервые. Турнир среди отрядов посвящен Дню народного единства, и провела его регбийная школьная лига. Сегодня проводится турнир среди юноармейских отрядов совместно с лигой школьной по регби. Мы решили совместно именно с федерацией регби провести такой турнир. Юнармия, она занимается не только патриотикой, она и занимается развитием спорта. То есть всестороннее развитие, интеллектуальное развитие. То есть у нас очень много различных мероприятий. И в том числе мы попробовали впервые провести вот такой турнир. Многие школьники с тег-регби уже знакомы, поэтому собрать команду особого труда не составило. 9 игр, около 50 игроков. Схватка обещала быть жаркой. Здесь запрещены контакты. Это бесконтактный вид регби. Основная задача игрока с мячом – это занести мяч в зачетную линию, за зачетную линию. Игроков защиты – за основная задача – это сорвать ленту. У каждой команды начинающих регбистов своя тактика. Участникам важно чувствовать друг друга и даже предугадывать действия партнеров, ну и, конечно, соперников. Надо себя спокойно вести, потому что некоторые волновались и просто бежали не в ту сторону. И тактика у меня, по-разному бывает. Чаще всего мы просто даем друг другу пас. Данный турнир собрал 6 отрядов юноармейцев, но это только начало. Участвовать смогут и другие участники военно-патриотического движения. Хороших и результативных игроков регбийная школьная лига намерена выращивать с самого юного возраста. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.